Доброе утро всем. Давайте посмотрим, что ожидает нас сегодня. Какое-то письмо, послание, быстрое развитие событий. Что-то вы сегодня узнаете, что ждали долгожданной. Какая-то новость сегодня придет, или известие, или письмо. СМС-очка может... О, СМС-очка от мужчины. Либо известие из казенного дома. То есть, может, что-то какой-то запрос в банк посылали. Там ждете кредит, подтверждение. А, может быть, ходили куда-то на собеседование. Будет вам ответ сегодня. Ответ положительный, порадует. Или смс-ка от, или там какой-то звонок, сообщение, или, может, появление на вашем пороге мужчины долгожданного. То есть для вас это важная новость, важный мужчина. Для мужчин, если то, важное какое-то тоже сообщение, важная весточка, важная новость. Вы ее ждали очень сильно. То есть она положительная. Это. Да. Это вас очень сильно порадует. Это новость, это смс, это сообщение очень сильно обрадует. А, возможно, это у какой-то дороги. То есть будет предложение о дороге. Вы будете думать, но это уже как бы непредсказуемое. Это уже от вас ничего не зависит. Тут уже все предрешено. А, даже уже не надо никаких усилий прикладывать. За вас уже все продумывали. И это приведет вас к исполнению желаний, гармонии, к семье, к положительным решениям, к предложениям выгодных для вас. То есть день удачный, радуйтесь, победа за вами. То есть какие планы вы строили, они все сбудутся. За это даже уже и думать ничего не надо. Уже все продумано, уже все предрешено. Вот. И вы знаете, о чем речь? Карта интуиции. То есть вы знаете, о чем речь. А вы победитель в этой ситуации. Вы, если мужчина, а если женщина ждет мужчину, то есть вы становитесь пару, императрица с императором. Вы становитесь пару. А, то есть вы строили, в принципе, на этого мужчину планы, если женщина смотрит. И вы получаете реализации планов. Карта семьи. Вы победительница, карта силы. Если мужчина, то есть ваши планы все сбываются. И вот, в общем, также партнерство, пара. То есть вот все приходит, решение положительное. Для женщин вы любимая женщина. Вы любимая женщина. Для мужчин приходит в вашу жизнь любимая женщина. Вот, да. И, кстати, если это дело партнерства, тоже это партнерство выгодное, денежное, принимайте, решайте, принимайте положительное решение. Для, если личной жизни, то карта семейная, любви, счастья, гармонии, то есть, ну, день полный такой приятных событий. Пусть будет наилучшим образом. Пусть того. Всем удачного дня. Пока-пока.